Итак, вот наши тельца. Первая ножка у нас готова. Вторую ножку мы провязали по 69 ряд и начинаем вязать 70 ряд. Он начинает у нас с прибавки воздушной петлей, то есть мы просто накидываем, сразу ее провязываем, затем разворачиваем следующую петельку, чтобы провязать из одной петли 2 за переднюю и за заднюю стенку. Затем мы вяжем 10 лицевых. И здесь нам тоже надо развернуть петельку. Следующую. Провязать за переднюю, за заднюю стенку. Получить из одной петли 2. И накидываем еще одну петельку. Таким образом у нас получается 16 петель. Следующий ряд вяжем, как обычно, изнаночными петельками.